Привет всем! Сегодня я рассказываю о кубатанах. Этот кубатан цилиндрический. Он одинаковой толщины по всей своей длине. Если вы его возьмете крепко в руку, то он сидит достаточно хорошо и уверенно. Однако, если вы сильно им ударите по твердой поверхности, он может немножечко проскакивать в руке. Поэтому у вас должен быть достаточно жесткий хват. Второй кубатан называется медвежий коготь. У него есть выемки под пальцы. Это позволяет его крепко схватить, и как бы вы сильно им не ударили по твердой поверхности, он все равно останется у вас в руках и не выпадет. Единственный минус этого кубатана в том, что он слишком острый. Достаточно острый, поэтому если вы попадаете по твердой поверхности, либо мягкой поверхности, то там останется неслабое отверстие. Оба кубатана выполнены в виде брелочков. Поэтому их можно повесить к ключам, и очень удобно, идя по подъезду там вечером или ночью, или даже в темноте, держать ключи за кубатан. Таким образом, вы не только не потеряете ключи, но и сможете вовремя защититься. Кубатаны сделаны из прочного алюминия. Вот, и даже вот этот, казалось бы, тоненький, достаточно крепкий, и от удара по твердой поверхности, по дереву, например, он запросто его выдержит, не сломается. На сегодня все. Спасибо за просмотр.